Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в пункте пропуска «Перекоп» 55-летнего украинца, который находился под подпиской о невыезде за совершение уголовного преступления. В процессе прохождения пограничного контроля выяснилось, что мужчина не имеет права покидать пределы государства, так как находится в федеральном розыске за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Нарушителя пограничного законодательства задержали и передали в руки правоохранителей, которые ищут его с конца прошлого месяца. Двумя днями ранее в пункте пропуска Джанкой произошел похожий случай. Тогда сотрудники погрануправления задержали россиянина, который находился под подозрением в совершении кражи группой лиц. Он также пытался скрыться за пределами государства. С начала года работники ведомства пресекли более 40 попыток людей в розыске покинуть пределы России.